Господь сам не развиваться, да? Вот первый опыт, который мы получили, очень важен для нас. На самом деле никогда еще черкасы не принимали никакого турнира, да, хотя Кенду, любовь к Кенду славились всегда. Я надеюсь, что вот этот опыт, который мы получили, позволит нам следующие встречи проводить на более высоком уровне и дарить удовольствие от этого прекрасного воинского искусства не только участникам, но и всем, кто помогает, кто наблюдает, всем, кто завязан в этом процессе. Так что большое вам всем спасибо. Вы все продемонстрировали классный уровень. Это был драйв, это было хорошо. Большое вам спасибо. Жду вас в следующий раз. Какое вы будете видеть? Сообщено заранее. Это есть право посетить наш город без предупреждения, для которого всегда найдется место, где поспать, всегда что-то фехтовать и рюмка, чтобы вы видели. Так что большое спасибо. Просто кенда как технику, а кенда как искусство. На него, за ним наблюдать это просто удовольствие. Я надеюсь, что все, что я испытываю, посмотрю на его кенда, испытываете и вы. И давайте брать вот таких людей побольше. Чемпионат – это очень неплохо. Это как заключение к семинару, как подготовка к любому другому этапу. Это очень важно, и я могу сказать вам, что с нашей стороны быть судьей очень трудно, так как я сопереживаю за каждого из вас, каждый из вас мне симпатичен по-своему, каждый по-своему хорош в своей технике, и я могу сказать, что за те два дня, что мы занимаемся здесь кендо, каждый здесь, ну есть люди, которые поднялись, мне кажется, несколько ступеней вверх. Есть люди, которые доказали свой уровень. Есть люди, которые даже не знали, что у них какой-то уровень есть. И они к чему-то пришли. И эти места, которые мы сейчас будем награждать, это маленькое то вознаграждение вам за ваш труд. Но те, кто не получил, у вас все впереди. Говорит о том, что вы показали красивую технику. И менее красивую, более театральную технику. Это есть у вас изюминка, черкасская изюминка, которая есть и кендо, и брутальность, и агрессивность, и все это в конце большая улыбка. Это очень редко, когда люди встречаются на ринге, а потом обнимаются и в конце дружат. Кендо, на мой взгляд, это не просто искусство, это не просто спорт, как называют, есть очень много объяснений всему. Это дружба людей, которые любят одно и то же, которые могут встретиться здесь, неважно, какой возраст, какой уровень, мы можем встретиться. И это вот последний компай, который мы сидели вчера, и мы разговаривали о кендо, это и есть та дружба, которую каждый из нас, уверен, мы израильтяне, уедут домой и начнут рассказывать по всем нашим клубам, как их встречали здесь. Это не в порядке вещей, ты приезжаешь на семинар, ты послушал, или посмотрел, или поделал, и уехал. Уехал с знаниями кендо, но ты не уехал с дружбой, любовью и приятными ощущениями, что тебя приняли так, как не приняли тебя нигде. Я считаю, что от имени их они не могут говорить на русском языке, но я уверен, и мне это было передано, что каждый из них получили бешеное удовольствие здесь. Я получил бешеное удовольствие здесь, поверьте, я прохожу семинары в разных местах. И я просто... Большое вам спасибо за все, за эти 2-3 дня, начиная с пятницы, кончая сегодня. Большое спасибо. Своей способностью делать что-то удивительное. Саша Константинов, Александр Александрович.